Только посмотрите, какой гарнир у нас получился. Насыщенный, красный. Как избушка задымела. Дым ровно-ровно вверх валит. Это либо нету ветра, либо это означает, что будет очень холодно. Уже пришли, затопились. Сейчас за водичкой пойдем. И смотрите, какой сегодня у нас алый закат. Красотища вообще. Юга, ты замерз? Вода доставлена. Самый сложный этап выполнен. Сначала обжарим лук, потом закинем мясо с тушенкой. Thank you.
поджарка уже готова. Добавляю макароны. И заливаю горячей водой. Макароны уже почти готовы. Открываем крышкой. Пускай настаивается еще немножко. С полки упадет, надо вот так все положить. И решил всех закошмарить. Стоять! Юга, дай перчатку! Юга! Иди сюда! Иди!
Иди сюда, ко мне. Хьюго. Хьюго. Вот оборван, блин, а. Вот так вот, друзья, отсюда выглядят эти рамы. В принципе-то неплохо. Сейчас, если доской закроется, я думаю, будет выглядеть вообще шикарно. Сразу решил не мелочиться, взять цепь. Ну. Хорошо выходит так. Мёрзла. Вот все. Там мне на лежак залез. Главное, чтобы она не ушла никуда. Нет, не уйдет. Нормально стоит. Давай.
want what you need. Hey, hey, hey. Идеально вообще. Да, вот так вот. Фронтон закончен. Наконец-то. Пять минут, и все готово. Сегодня будем готовить рис с овощами. Здесь болгарский перец 3 штуки, лук 2 штуки и курица. И сюда еще пойдет кукуруза. Все, сейчас ставим рис вариться в сковородке. Рис потихоньку варится, почти уже готов. Сейчас он сварится, переложим его куда-нибудь в тару и начнем жарить все остальное. Рис приготовился, немножко поджарился. Но это наоборот. Зато рассыпчатый. Да. Наоборот, будет вкуснее. Прям такая какая-то. Смотри, нормально такая корочка, как запеканка. Теперь добавляем немножко масла.
и закидываем туда курицу. Курицу обжариваем до золотистого цвета и потом добавляем лук. И жарим еще 10 минут. Добавляем болгарский перец. Хмели-сунели. Чеснок у нас сушеный. Можно и добавить обычный. Черный перец. Все перемешиваем. Здесь 2 столовые ложки томатной пасты. Немного воды. И перемешиваем. Закрываем крышкой и тушим еще 10 минут. И не забываем про соль. Да, воды еще добавь. Водички маловато налил. Делаем огонь поменьше. И тушим 10 минут. Когда в избушке готовим, встает очень жарко. Приходится открывать двери на растопашку. Десять минут прошло. Только посмотрите, какой гарнир у нас получился. Насыщенный, красный. Обалдеть. И добавляем кукурузу сюда. Перемешиваем. И еще на минутки две потушим. Прошу к столу. Вау. Мы еще хотели с горошком покушать, который не открывается нифига. Вот так. Офигеть. Раньше так не готовили, да? Угу. Это бывает, знаешь, блюдо приготовишь какое-нибудь, и у него один вкус. А здесь прям все чувствуется. И перец, и кукуруза, и мясо. И рис. И рис, обалдеть вообще. Вкуснятина. Всем приятного. Приятного аппетита. И вот фронтон с этой стороны, как выглядит. Выглядит вообще отлично. Да, и света больше. Да.
Намного света больше. Да, и доски компенсированы. Хорошее решение было раму сюда все-таки притащить. Так, красиво все выглядит. С той стороны еще, в принципе, лучше. Ну и с этой тоже нормально. Да. Вот сюда еще летом сделаем пол, своего рода чердак, чердачное помещение. И вообще можно будет спать здесь. Глаза с утра такое открываешь, раз, в окошко выглядываешь, смотришь происходящее, что там происходит. Да. Короче, вообще здорово. А из этого окна будет вообще красивый вид. Да. Прям вообще. Дерет веник. Вот как выглядит это отсюда. Вообще шикарно. Не дамся. Ну все, друзья, давайте подводить итог. Фронтон закрыт. Последнее, что оставалось сделать в избушке, это фронтон. Друзья, надеюсь, вам понравился ролик. Обязательно заряжайте лайки, подписывайтесь на канал. Обязательно делитесь этим видео, друзья. Прощаемся мы ненадолго, всего на недельку. Всем пока, давайте, и до новых встреч. Всем пока. Юга. Юга. Попрощайся со всеми. Юга. Вот так вот.